Общество Кряшнилица Тамары Сеевны Багудиновой собрали вещи для погорельцев. Здесь джинсы, шорты, футболки, верхняя одежда. Надеюсь, что это им все пригодится. Одежда, постельное белье и посуда. Неравнодушные нижнекамцы несут в НТР самые необходимые вещи, которые нужны погорельцам. Объявив сбор в телекомпании, мы взяли на себя большую ответственность – помочь семье Шарафутдиновых. Предметы первой необходимости принимают и в храме на Красном Ключе. Здесь пакетами заставлен каждый угол. Мы услышали, что произошло несчастье в семье, в городе. Нашему горожанке нашей. И мы первыми откликнулись, что чем-то помочь, чем можем. У нас очень много вещей. Приносят тоже наши прихожане, но весь город несет нам. Сегодня вещи и деньги, которые собрали нижнекамцы, мы передали семье Шарафутдиновых, которая потеряла все во время пожара. Диана, от неравнодушных нижнекамцев, от зрителей телекомпании НТР хотим вручить вам вот вещи, да, предметы первой необходимости и, конечно же, деньги, которые вот удалось собрать с помощью наших зрителей. Спасибо вам огромное вообще. Мы настолько рады прям, что многие откликнулись на нашу беду. Кто-то деньгами, кто-то продуктами приносит, кто-то просто звонит, спрашивает, кто-то помогает вот инструментами, стройматериалами. Очень-очень всем благодарна прям. Напомним, возгорание произошло в однокомнатной квартире в доме 17 по улице Чулман. Огонь уничтожил все. Диана воспитывает двух детей. Сыну 5, дочке в эту субботу исполнится 8. Необходимы теплые вещи. Они носят одежду 110-116 размеров, обувь 28-29. Курточки, конечно, теплые зимние вещи. Обувь, там, штанишки, может, там, варежки, ну, такие вещи. Жить в этой квартире просто невозможно, пока Диана с двумя детьми гостит у родственников. Ремонт обойдется в кругленькую сумму, но город не без добрых людей. Нижнекамцы обещали установить окна и помочь с электропроводкой. Именно ее замыкание привело к пожару. Если и вы хотите помочь этой семье, приносите вещи к нам в телекомпанию. Можно перечислять средства на номер карты, который вы видите на экране. Альбина Валеева, Фахри Исламов, новости НТР.